6 теплоснабжающих подразделений СГК уже заявили о технической готовности начать подачу тепла в индивидуальном порядке. До официального старта отопительного сезона. О его официальном начале решения принимают муниципалитеты. В Новосибирске, Абакане и Черногорске готовы в течение 1-2 дней после получения заявки от жителей подключать многоквартирные дома и социальные учреждения. В Красноярске, Кемерове и Новокузнецке объявлено о подключении школ и больниц по заявкам руководителей. Как ожидается, отопительный сезон в городах ответственности СГК начнется с середины сентября в Красноярском крае и Кузбассе. Последним старт отопления начинают более южные города – в Алтайском крае. На Приморской ГРЭС завершен демонтаж изношенных узлов и агрегатов энергоблока номер 8 для последующей его модернизации. Энергетики сняли внутренние и наружные газоходы, воздухоподогреватели, мокрые золоуловители, дымососы, экраны топки и пароперегреватели. Всего с котла вырезано более 1000 тонн изношенного металла. Начался монтаж новых воздухоподогревателей. На турбине выполнена дефектовка, по результатам которой уже восстановлены цилиндры высокого и среднего давления. Основные ремонты выполняет генподрядчик «Сибирьэнергомонтаж». Работы курируют представители компании «Силовые машины». После завершения модернизации в 2023 году «Энергоблок» гарантированно будет выдавать в энергосистему Приморья проектных 210 мегаватт. На Барнаульской ТЭЦ-3 подходит к завершению ремонт турбогенератора номер 2. Ремонт начался еще в июле. Ротор среднего давления отправили на ремонт в Екатеринбург на завод «Уралэнергоремонт». А на турбине, которая осталась в Барнауле, заменили перемычки между регулирующими клапанами, устранили дефекты, очистили конденсаторы и отремонтировали опоры турбоагрегата. Работы проводили сотрудники подрядной организации «Сибер». В Назарове открылся центр обслуживания клиентов СГК. Он находится по адресу улица Карла Маркса, 27А. Также заработали дистанционные сервисы, мобильное приложение СГК, личный кабинет, чат-боты в социальных сетях и колл-центр. Теперь жители Назарова смогут рассчитываться за тепло и горячую воду, передавать показания счетчикам, задавать вопросы специалистам в любом месте и в любое удобное для них время. С нами можно общаться, не выходя из дома. Вы пришли домой с работы, уставшие, сели на диван, включили телевизор, налили кофе, смотрите новости. Заодно можете передать нам показания, посмотреть, сколько вы потребили тепловой энергии, сколько это стоит, не только тепло, но и горячая вода, и оплатить бескомиссионно. Если у вас будет вопрос, вы можете нам задать, получить ответ на ваш вопрос тоже в мобильном приложении и получить всю необходимую информацию, которая касается изменений в законодательстве или изменений по теплоснабжению или горячему водоснабжению в вашем городе. Наслаждаемся последними днями лета! Новосибирская ТЭЦ-4 впервые открыла свои двери для горожан. 350 гостей пришли познакомиться с работой станции. Для новосибирцев энергетики провели экскурсии, на которых рассказали, как производится электричество и тепло. Тебе все понравилось? Да. Классная экскурсия? Да. Придешь работать на ТЭЦ-4? На ТЭЦ-4 я не расскажу, что. Работать придешь на ТЭЦ-4, когда вырастешь? Я в Москве буду работать, а работником... Понятно. Для закрепления пройденного материала после экскурсии на территории стояли стенды с информацией об СГК, ТЭЦ-4 и бизи-борд с наглядной иллюстрацией, как работает ТЭЦ. Турбина, генератор. Будет ли у нас электроэнергия и горячая вода? Каждый мог попробовать себя в роли энергетика. Подать электричество и тепло в дома. На территории станции для гостей также были развлечения, фотозоны и угощения. В Барнауле на улице Молотобольской сотни горожан приняли участие в благотворительной акции «За живое» в поддержку приюта «Бусинка». Там проживает более 550 кошек и собак, которым нужны не только ласка, но и средства на лекарства и корм. Очень интересно и очень много развлекательных игр. А также можно пофотографироваться с собаками, если вы их любите. На площадке организовали фотозону с красавцами хаски, аквагрим и сладкую вату для неравнодушных барнаульцев. Помочь приюту можно в любое время. Стать куратором одного из воспитанников, перевести любую сумму на счет. А лучше всего забрать домой хвостатого друга. Идея сама по себе действительно любопытная. Нас это заинтересовало. Думаю, мы обязательно рассмотрим кандидатуру, которую можно взять под свое крыло. За живое!
Десятки красноярцев собрались на площадке проекта «Заживое». Горожане поддержали приюты для бездомных животных, перечисляя благотворительные взносы. Не забыли и про птиц. Из старых пластиковых бутылок, которые заранее собрали сотрудники СГК, гости площадки изготовили кормушки и забрали их с собой, чтобы разместить во дворах. Проект родился как инициатива одной из сотрудниц компании. Сегодня уже работает во всех городах Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке, в тех городах и поселках, где есть предприятие СГК. И вот сегодня здесь, на площадке проекта «Заживое», мы помогаем приютам для бездомных животных готовиться к зиме вместе с красноярцами. Одна из локаций связана с изготовлением кормушек. Мы делаем их из фанеры и делаем их из пустых пластиковых бутылок, которые собрали сотрудники СГК. Ну, это такой своеобразный рециклинг. Красноярцы, которые изготавливают кормушки, забирают их с собой. Уже этой зимой по всему городу Красноярску появятся кормушки проекта «Заживое». Ну, а тем приютам для бездомных животных, для которых мы сегодня собираем помощь, мы надеемся, что поможем собрать средства и на питание, и на лечение, и на подготовку вольеров к будущей зиме.